открыл дверь, чувак. У меня тут окно немножко открыто, прям сюда так. Прохлада пошла, как хорошо. Вот он, что-то там возит. Привет, мои любимые. А там солнышко на улице, как классно. Обалдеть. Что? В 29-ю? Хорошо. А? 9. А, в 9-ю, хорошо. 9. Я вот по-доброму, правда. Просто я услышала в 29-ю. Оказывается, в 9-ю надо записать. Я тут все записываю. Сейчас надо глянуть, сколько времени. Видите, у меня тут нет интернета. Ну ничего. Постепенно. 15:38. О. У меня сейчас написался стих. Я так хотела вам прочитать, но не смогу, потому что там нет интернета. А наизусть его не помню. И пела сейчас. Ты подрастай, сынок, ты подрастай, моя крохотка. Мне так нравится эта песня, вот до мурашек. Знаете, у меня... Это, по-моему, Кобзон поет. Иосиф, если я не путаю. Мне в такой степени нравится одно время вообще как до слез, что ли, когда Ира там что-то скучала или что-то, куда-то мой ум меня все выбрасывал. А сейчас просто нравится. Смотрите, как красиво на улице. И пахнет вот этой шаурмой. А я с ней ела вермишельку утром. Как красиво вообще, обалдеть. И гудит, слышите? Гудит. И ходят. Вот я общественное место снимаю. Я же не снимаю где-то у кого-то. В квартире, в туалете, в душе, в ванной. Нет, я снимаю улицу. Я никому не лезу. Я никого не это самое не достаю. Никого не строю. Снимаю. Как и все, вот тут, которые камеры стоят по всему периметру дома. Все снимают. Так что. Ты подрастай скорей, ты подрастай, моя крохотка. Там как будто бабочка, видите? Правда, я тут вижу, бабочка летит. Это тоже все мои представления. Так пахнет от этой шавермы. Я хотела шаверму купить просто для этого. Попробовать. Вдруг она вкусная. С курицы. Такой вечер. Божественный. Очень люблю вас. Правда, как гудит. Сегодня ветрено. Подруга тоже звонила из Новгорода, рассказывала мне про Хариточку. Рассказывала про то, что у них ветер, и все подморозило. Летает этот, как его, засохший мотылек. Ты мой ночной мотылек, летаешь, летаешь, летаешь. Где ждет тебя мой огонек, не знаешь, не знаешь, не знаешь. Вот такой мотылек жил, летал, чувствовал. А сейчас он уже история. Уже гербарий. Тут надо, кстати, тоже вот эту плячку, немножко эту паутинку протереть. Я ее не заметила. Хотя тут по-хорошему еще и окна надо помыть. Но это тоже не мое задание. Но надо указать этой девочке, которая здесь моет.